В Минфине обсуждается проект поправок в законы, по которым предложено зашить в банковские сим-карты микрочипы с электронной подписью владельца и таким образом уйти от бумажных документов для подтверждения личности, в том числе и паспорта. Однако скептики считают, что с помощью новой инициативы возможно хищение персональных данных россиян. Есть ли опасность попасть в ловушку тотальной слежки? И в чем причина ухода в серые схемы граждан и бизнеса, рассказал эксперт накануне ТВ, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Это все-таки вопросы, которые требуют, безусловно, учета при создании системы, и они, я более чем уверен, будут учтены, но они ничем не отличаются от общего функционирования электронных подписей и соответствующих банков подписей и идентификаторов, а тем более фактически уже очень распространены мобильные банки, все наши гаджеты так или иначе выводят нас через тот же мобильный банк в эти же самые системы, гораздо более ранимые, чем специально организуемые. Мы все неожиданно оказались в гиперцифровом мире, где все про всех знают очень много. Если есть желание уйти от контроля, нужно выбросить телефон и уйти из интернета. И многие уходят в серые финансовые схемы. Так в чем причина ухода? Есть позиция, и надо ее уважать. Она говорит, что государство ничего не делает для страны практически, но хочет все собирать, все выводить из тени, учитывать каждую копейку и так далее. Но раз государство не работает на страну, то и мы не хотим учитываться. Мы хотим жить отдельно от государства. Вот эта тенденция, она сегодня очень большая по количеству людей, которые, по сути, так думают. И это, на мой взгляд, очень важное предупреждение нашей правящей верхушки. Это очень опасная ситуация, а не сам вот этот финансово-организационный порядок. Еще два года назад зампред правительства Российской Федерации Ольга Голодец заявляла о том, что около 38 миллионов экономически активных россиян нигде не учтено. Более четверти жителей страны не желают отдавать заработанное государству и своим поведением намекают. Пора государству отдавать гражданам больше, чем сейчас. Пора вкладываться. Главное вкладываться в то, что задает качество жизни в стране мирового уровня. Прежде всего, вкладываться в промышленность, где люди могут достойно, открыто, спокойно, не боясь всех этих транспарентности и прозрачности финансовых, зарабатывать, содержать семью, покупать квартиры. А в экономике трубы, которая сейчас грохнулась, по сути, у людей нет перспективы, особенно у молодежи. Ну, кроме совсем избранных. Вот за этим основной вопрос и предупреждение. А финансово-организационная дисциплина, она все равно нужна. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».